нужно придумать. А, вообще-то, могу сказать, легковой стоит от 50 тысяч евро, грузовик у нас до 70 тысяч евро, как рама. Но, если это не продавать, а предоставлять услугу, то тогда это для мешает. Даже автобус может. Звонок. Поднимаю на путь. В автошколе, где это такое, никогда не было средства. Ну, конечно. Причем это молодежи так нравится. И на самом-то деле, что такое? Там дрифты же. Да. Это первое, а второе, с которой попадает в эту ситуацию. И навыков. Согласен. Не приобрести. А у нас есть возможность навыков. После часа падает, двух работы с инструктором, человек начинает автоматически уходить за нос. Так, как это может его спасти в будущем. Потому что скорости не больше. Разумные. Все погодные. Хотите в будущем, хотите. Снег нам как-то. Полная реальность. Молодежь, она просто такая. И уходит в жизнь. Я могу сказать более того, просто вас сейчас надо вытаскивать. Вытаскивать, пожалуйста. Ну там вроде бы мы, как вот. Вроде предусмотрели нас.